Ну а львовский мусор снова всплыл в Черкасской области. На дорожной площадке для отстоя грузовиков в нескольких километрах от села Ирклиев местные жители обнаружили два брошенных прицепа с отходами. Их оставили в ночь на 4 марта и до сих пор не забрали. Все подробности узнаем у Станислава Кухарчука. Стільки сміття, Бог милий. Але то такого ніколи не було, як у ті останні дні. Неприятный запах, зловонные лужи, переполненные баки. Мусор повсюду. Возле школ, больниц и детских садов. Такая картина во всех районах Львова. Отходов накопилось около 1000 тонн. Но вывозить их не торопятся. Чиновники оправдываются. Все из-за того, что в Украине объявлена настоящая блокада мусоровозам. Нема полигонів, на які можна вивезти, тобто є якісь маленькі договори, попередні договори чомусь заблоковані, тобто ті перевізники, з якими працювали, вони кажуть, що є проблеми, що зриваються попередні угоди, не кажуть про які причини, а просто відмовляються від укладення договорів. Черкаська область, возле придорожного кафе грузовые прицепы, вроде бы ничего особенного, если бы не зловоние, вытекающее из щелей жижа. Оба прицепа под завязку забиты отходами. Из-за неприятного запаха дальнобойщики стараются близко не парковаться. В выражениях водители не стесняются. Да вот уже заебали, вот уже везде стоят. Вот все такие прицепы? Да. В отличие от водителей, работники кафе немногословны. На соседнем СТО рассказывают, прицепы появились здесь 4 дня назад. Ночью одна из машин поломалась, прицепы оставили и уехали на ремонт. Вот у вас сиденье оборвало, вдруг все. Машины здесь на станции и вверху. Прояснить ситуацию с мусоровозами по телефону согласился хозяин кафе. Водители попросили оставить прицепы на один день, пока не отремонтируют тягачи. Но до сих пор так и не появились. Никто ничего не сказал. Ни в телефоне не заслышало ничего. Они сказали, что машины пусти, без вантажу. На другий день или на третий, я не помню, когда там, там видно воно было, что там в середине уже реакция идет. Парень уже пришло. Сегодня утром работники кафе вызвали полицию. Информация о том, что машины перевозили отходы, подтвердилась. В областном управлении полиции предполагают, что мусор львовского происхождения. И ехали тягачи целой колонной. Как потом было известно, загалом было... Їхало 8 автомобілів, 6 автомобілів представники поліції вивели за територію області. Поліція вже знайшла водителей. Вони дійсно намагаються починити один із тягачей. Обіцяють забрати груз в течение суток. Правда, де його затем знайдуть, це настоящий квест. Станислав Кухачук, Галина Якушка, Юрій Голубінка, Павел Тимошенко. Подробності телеканал «Інтер». И как сообщают наши львовские корреспонденты, уже вечером активисты перекрыли дорогу на улице Шевченко возле бывшего завода «Сельмаш». Несколько десятков человек беспрерывно ходят по пешеходному переходу и блокируют движение транспорта. Требуют убрать мусоропрессовочную линию. По мнению активистов, она находится слишком близко к жилым домам. На дороге образовалась увесистая пробка.